Это новый дневник лучшего шоу по поиску талантов Central Asia's Got Talent. Первый этап проекта позади. Прослушивания в Туркестане завершились. Судьи отобрали лучших из лучших на этапе Deliberation. Впереди долгожданные полуфиналы. И только зрители решат, кто достоин статуса новой звезды. А теперь представьте себе, чего стоят решения, которые определяют судьбу участников. Именно о решениях судей мы и поговорим в сегодняшнем эпизоде. Я чуть-чуть переживаю, потому что это цены, это большие цены. Чуть-чуть переживаю. У нас камеры нет. Должно быть волнение такое легкое, но вы его сейчас здесь выпустите. Нет, дай бог, красиво будет. Дай обязательно. Браво! Сардарбек, прекрасное выступление. Умудриться в 120 секунд внести и север, и юг, и центр Узбекистана, огромной, большой страны, и восток, и запад, передать сразу вот такое большое, очень быстрое географическое путешествие, это действительно большой талант. Спасибо. Работа судей не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Жюри не только оценивают талант участников, но и берут на себя непростые решения. Процесс нахождения за судейским столом дарит радость. Но при этом все это так, знаешь, подкреплено достаточно серьезной толикой ответственности, чувства ответственности. И поэтому это не так легко, да, то есть это радость, приперченная ответственностью, но все-таки в итоге радость перевешивает, потому что коллеги прекрасные, потому что зрители замечательные, потому что команда крутая и участие. Сейчас, вот особенно последняя команда детишек выступила, я просто была в шоке, увидев огонь в их глазах, увидев желание, увидев слезы, и сколько вот этого стремления жить, расти. Этот проект всегда зажигает, этот проект притягивает, этот проект душевный. Здесь участники вкладывают свою душу, свое сердце, свой талант, свои эмоции, слезы, радости, все, все. Это вот мечта каждого участника. Этот проект – проект мечты. А мечты всегда приводят к празднику, к доброму, к лучшему. Для меня это проект что-то новое. Детская мечта. Я когда-то смотрел это шоу с семьей, и я как семейный человек, что ценю, смотрю, и как бы детская мечта сбывается, и для меня это галочка. Спела девочка такая интересная, с такой уверенностью. Земляки, таежники, неробкого десятка, народ, так вот мы как-то с другом поход, мы как-то с другом собрались убить медведя под лица, он нападает на народ без конца. Серик! Это посвящается Лейле. Лейла, it's for you, baby. Да, на самом деле было очень сложно, и я на английском языке пела, и очень было сложно. Супер. А как она не растерялась, когда дыхания не хватило, просто отпустила микрофон и пошла дальше танцевать. Мне ее энергетика очень понравилась.
Вы когда увидите зрителей, не надо их пугать. Вы, наоборот, для них рассказываете эту историю. Как расскажете, они почувствуют это. И обратно вам, соответственно, похлопают. Они все порадуются. Главное, единственное, не волнуйтесь. Минус пошел, слова пошли, эмоции пошли. Главное, вот тот момент припева, дайте знать, и все, они обратный ответ от зрителей и от жюри будет. Я хорошо очень волнуюсь. Очень. Очень волнуюсь. На бьют мы летаем, смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи. Полеты, полеты, судьбы в непогоду. Пилоты, чтоб вырвать свободу, чтоб вырвать свободу. Спасибо большое. Я от волнения забыла, наверное. У вас есть потенциал, вы есть мужество, вы вышли, вы доказали, что я спою. Спасибо. Вы от души выступили. Как вокалист, я могу сказать, что делали очень много ошибок. Да, наверное, волновалась. Да, да, это было заметно. Но в любом случае, вам большое спасибо за вашу любовь к себе, за то, что вы приехали, выступили. Спасибо. Вы уже звезда, вы уже спасибо. В нашем проекте. Самая ответственная и полная работа быть жюри, я думаю, дать возможность и шанс не упустить таланта. Человек может иногда волноваться, ну, там вот заметить то, что вот у нее есть. Вот это вот это очень, я думаю, очень важно для каждого из нас. И я постоянно стараюсь, чтобы не торопиться сказать «нет». Я представляю себя, каждого, переживаю за каждого из них. Я вспоминаю, как я сам выступал, как я участвовал. Без волнения, естественно, возможно. Но я даю это возможность, чтобы они за эти две минуты высказались или показали то, что они хотят. То, что их пригласили за столько-то километров сюда, чтобы они вот сказали свое «я». Что мы заметили их. Вот это очень главное. Пел песню Кончита, конечно, он рискнул, да? Он прям мощно рискнул. Мне понравилось лично его выступление. Вообще, я скажу, что это было одно из лучших выступлений в этом шоу. Для него, как для певца молодого, десятилетнего, и при том, как он сделал, и вот эти вот, когда вот эти вот моменты, да, вот это вот, он очень хорошо сделал, я прям в шоке была. Деле, вы видите, абсолютно у нее не двигались губы. Вы видели, ребята? Да, это абсолютно. Просто, я не знаю, какие таланты для этого нужны. Это какая-то просто, это просто магия, которую мы видим на сцене. Моя подружка Долли, она, конечно, чудо-чудо. Ты тебе это же не получилось поговорить. Ну, что ты скажешь? Ребята, ты не двигай губами. Да я стараюсь. О, получается? Да, да, давайте вот так вот конкурируем. Молодец.
У него прям, как он вышел, он такой легкий, ловит. У него энергетика, да, конечно, да, хорошо. Его энергетика. И он начал вот максимально... Пяточками. Ну еще при том, что если учитывать, что он не профессионал, если он начнет профессионально заниматься, он вообще, мне кажется, многого добьется. Да. Конечно, судить для нас – это большая ответственность. Мы понимаем, что каким-то грубым словом, да, мы можем отбить желание у человека продолжать дальше. Поэтому, конечно, даже если надо человеку где-то доработать, если он даже не дотянул, нужно так дать ответ, чтобы он не сломался и чтобы он продолжил работать, продолжил верить в себя. Мне кажется, вот это вот самое важное. Да, если честно, я сильно запереживал, когда пару раз они, у них было вот это. Так, что-то да, не попали. Я прям... Пожалуйста, добейте до конца. Но они дополнили. Они добили. Они дополнили. Да. Там не только танцы, там эмоции, да, вот насколько они отыгрывают профессионально, как актеры тоже. У них все прям на лице. Ну вот слезы счастья, слезы радости, я прям... Она прям... Эмоции такие. Все видно, что... Они готовились долго, видно, что они готовились долго. Это не просто вышли, выступили, а вот именно душу вложили. Поэтому у них и вот слезы пошли. Эмоции просто не передать словами, честно. Я как первый раз, и раньше внутри все равно мандраж есть. На телефоне другое, что подписчикам передаешь позитив. И сзади люди, которые сидят, и как-то ты смотришь, это другое. Вот. Я то же самое переживаю, как участники. Смотрю, не знаю, что сказать тоже, когда рядом легенды сидят, много чего обещает, говорит, да, вот, и подобрать словами, это вот тоже тяжко. Выход участника на сцену – самый волнительный момент как для судей, так и для конкурсантов. Судьям нужно принять правильное решение, а участникам – хорошо выступить и доказать свой талант. И все же волнение конкурсантов перевешивает, ведь на сцене решается их судьба. Я больше боюсь мужчин. Мужчина, который такой строгий такой. Я не знаю его имя. Прям было очень тяжелое приложение этого замечательного трека в твоем исполнении. Потому что он строгий, он хоть даже может понравиться, он может сказать нет. Сегодня я говорю тебе нет. Мы смотрели шоу, мы смотрели конкурс, как они разговаривали. Нам кажется, нам кажется, что они добрые. Да. Мы, по крайней мере, они, наверное, устанут смотреть намного лучше. Мы верим, что они добрые. Знаю то, что Щитор немножко так настороженно относится к фокусам. Сегодня я поставлю даже немножко напугать членов жюри. Было, нет? Нет! Не было? Ну, мы все равно разобьем. Да что? А выкрутите дальше, вы не остановили. Выкрутите постоянно. А можно остановить этот шоу? Это номер 2, 3 и 6. Второй выпал? Да. Хорошо, может быть, кто-то хочет попробовать? Ловите молоток. Ладно, шутка, я только что подменил молоток. Смотрите, новый, да. Хорошо. Да. Остался один конверт, который не выпал. Это номер 6. Так. Открываем. И видим. Я убью тебя, если... Ваш ценный сотовый телефон. Эй,
Это самый креативный проект. Central Asia's Got Talent – это волшебный проект. Здесь люди творят настоящее волшебство. Потому что талант не имеет границ, и также шоу не имеет границ. Я больше удивляет меня больше, видите, что все-таки очень одаренный у нас народ живет на Востоке. И очень много талантливых людей. И эта сцена дает им возможность выразить себя, показать себя. Это природная сила, это природный талант, который, дарован Аллахом, ты еще развиваешь. Это очень важно. В каждом есть талант, но не каждый, к сожалению, его доводит до совершенства. А ты этим занимаешься и мотивируешь на это других людей. Браво! Спасибо большое. Считаю, что я достойна представить свою страну на центрально-азиатском уровне. Я думаю, что я же пришел сюда, значит, я хочу что-то сказать, значит, я что-то хочу себе, может, возможно, доказать кому-то еще. Я знаю, что я на своем месте. Понравилось. Каждое ваше движение имело определенную точку. Каждая ваша пластика, она была приятной и мягкой. Вот честно сказать, я такого вида танца еще не видела. И я бы хотела научиться так танцевать, как вы. Вы обаяшка на сцене. Просто круто. Спасибо. Спасибо. Когда я выхожу на сцену, я как будто попадаю в другой мир. Вот, как будто я там главная, я должна спеть так, чтобы все сказали «Вах!». Спасибо. Рахмат, Коттакон, рахмат. Спасибо. Мощь, бомба. Спасибо. Нет слов. Спасибо. Спасибо большое. Как я заметил, вы прям реально необычные. Спасибо. Талантливые. Вообще. Супер. Спасибо большое. Спасибо, мне очень приятно. Мы не строгие, на самом деле. Мы справедливые, но стараемся в любом случае оказать поддержку, потому что ребята на нас действительно надеются. И мы тоже хотим, чтобы они почувствовали, что мы за них, что мы за них держим кулачки, и им остается только просто показать, на что они способны, и все.
На этой неделе закончились прослушивания. Теперь решения о судьбе участников будут подвластны зрителям. Шансы участников пройти в гранд-финал будут увеличивать только ваши голоса. Не пропустите полуфиналы Central Asia's Got Talent в эфире рейтинговых телеканалов всех стран-участниц. Это НТК и Туркестан ТВ в Казахстане, КТРК и КТРК Музыка в Кыргызстане, Хазар ТВ в Азербайджане, телеканал Софина в Таджикистане и телеканал Севимли в Узбекистане. А также следите за шоу на площадке iTunes.